В 2001 году именно с легкой руки Зинаиды Кузьминой Воденцова впервые состоялся конкурс профессионального мастерства в сфере ЖКХ. За эти годы он стал доброй традицией. Пошло движение в области московской, да, лучше по профессии, и именно в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, предприятии. И мы решили вот собраться, просто собраться всех передовиков производства и провести конкурс Воденцова. Ну, конечно, отговаривали, времени было мало. Я говорю, нет, вот сказали, будем делать. 18 лет назад одинцовские специалисты стали лучшими в области. И до сих пор наши профессионалы уверенно удерживают лидерство. Причем некоторые подтверждают свое звание лучше по профессии в личном зачете. Светлана Баранова – победитель конкурса. В прошлый раз она выиграла телевизор. Теперь мечтает вновь покорить вершину пьедестала. Я считаю, что на конкурс надо ездить, но это очень ответственно. На работу я иду как-то праздник, ну, то есть это повседневная моя жизнь. А на конкурс готовишься, понимаешь всю силу ответственности, которая за тобой стоит. Все-таки, как-никак, когда едешь на область, понимаешь, что за тобой область. И какая гордость, когда ты получаешь этот диплом, почетную грамоту. Одинцова, Одинцова, звенит, гремит. Это приятно. За состязанием наблюдали не только судьи, но и приглашенные гости. Среди них депутат Совета депутатов Одинцовского округа Павел Чумурлиев и исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Лариса Белоусова. Люди, при всем при том, да, что где-то у нас мусор, где-то у нас что-то не выбрано, кто-то где-то застрял, у кого какие. Люди с благодарностью принимают ваш труд. Всего 9 номинаций, в каждой несколько участников. Обязательным условием для всех конкурсантов является прохождение тестирования, а затем практическое задание. После завершения всех испытаний комиссия выберет лучшего по профессии в сфере ЖКХ Одинцовского городского округа. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».